Ой, ребят, всем доброе утро. 16 часов, даже 16 сколько? 0, 16:36 на часах. У меня как-то все утро настроения вообще никакого не было, и я... Я просто все утро валялась с котом. У меня кот. Да, на кухне, да, дела есть, которые надо делать. Везде бардак. Ну, знаете, чувствую сегодня совсем никакого настроения. Вообще никакого. Хочется лежать. Все. Но я сейчас... Ой, мне еще не попылесосить надо. Носки одену, а то как-то прохладно без носочков лазить. Вот. Вот, я носки накину на себя. Маркизонька. Я все утро валялась с котом и депрессовала, хандрила и так далее. Ну, бывает иногда такое какое-то настроение, где кот нету. Куда-то спрятался и все. Вот. Я хочу себе... Я хочу себе сделать бутерброд и чай. Ребят, надеюсь, будет вкусно. Короче, ребят, смотрю с утра немножко папиной дочек, делаю себе завтрак. Это пару бутербродиков, пару колбаской и яйцом. Правда, нет салатика какого-то же сверху положить. А почему бы нам прямо сейчас не поехать в ЗАГС и не решить там все вопросы с бумагой? Но я помажу кетчупом томатным. Это улучшит ситуацию. Что у меня много всяких там дел, понимаешь? Понимаю. Ты уже и кольцо снял? Ясно. Наш брак для тебя обуза. Ну что ж, поздравляю тебя с наконец-таки обретенной свободой. Это мой подарок. Теперь я тоже свободная женщина. Да, злая Даша, конечно, плохо. Но романтика, как и красота, требует жертв. Его в руках держать сложно. Мне не хочется его охлаждать и выжидать время. О чем я? О твоем.
и в телевизоре. Бабушка профессор, а внучка до сюда выжилась. Это надо же, как яблочко, яблоко недалеко закатилось. Тетя, пожалуйста, не говорите маме. Она думает, что это ребенок из театра. Я не хочу, чтобы мама знала, как я на самом деле зарабатываю. Если бы я прикусила метлу, Ганика сорделилась. Вот сюда побывала, а по фене ботать не выучилась. Перевожу. Чтобы я молчала, мне нужно 1000 баксов. Вот у меня есть такая дорога. Да, вот когда в воду, ребята, вообще, когда яйца делаешь, варишь, варишь туда соль в саму воду, тогда оно хорошо чистится. Когда не добавляешь, происходит всякая фигня. Но... Я, конечно, не совсем хорошо в этом разбираюсь, но особо романтический, но не помню, как это делать. Я сделаю себе 3 бутерброда. 3. Будет вкусно. Ты знаешь, сколько у меня сейчас цыган по машине что-то проходит? Нет. Карету и лошадей лучше арендовать. Садимся, значит, в эту карету. Я говорю романтический тост. Мы пьем шампанское. А, теперь колбаска. Ты с кольцом я тоже могу себе помочь. Ты знаешь, сколько у меня сейчас цыган по машине что-то проходит? Кольцо обручальное, Даша, вот это. Да, и как только она его находит, я ей говорю. Даша, будь моей женой. В смысле, план хороший. Вот. И прямо на этой карете мы едем в ЗАГС. Ну, давай. Дашенька, ты не хотела бы завтра со мной съездить в Москву, прогуляться, развеяться? Как ты на это смотришь? Ты знаешь, либо здесь очень сильный сквозняк, либо она на это смотрит... Отрицательно. В Москву, говоришь? А поехали. Только гулять, Веник, каждый будет сам по себе. Я ведь девушка свободная. Да, Даша, как скажешь. Главное, что нас нет, мы вместе с ней пойдем. А там уже нас будет ждать карета. Эй, чай, чай, чего? Ну, это по смерти, значит, правда. Так. Ой, чуть Муся, неожиданно. Рада вас видеть, проходите. Не ладно, Белка. Боюсь, деньги пропадут. Нет, а что? Это не в курсе? Воровка твоя, Машка, будь здоров. Да вы что, с ума сошли? Такие вот вкусные бутербродики. Всем приятного аппетита, ребят. Я буду завтракать. Ой, ребят, сегодня ЧП. День какой-то просто вообще. Я сейчас планирую просто вынести мусор для начала. Ну и заодно опять пойти к Магниту. Ходила я за водой в Магнит. Воду я-то, конечно... Ой. Воду я, конечно, принесла. Но, ребят, я ездила туда на самокате. Не знаю, говорила вам об этом или не говорила, в общем-то. И прокатившись на этом самокате, я там где-то вытерла ключи от самого самоката. Он привязан, стоит все. Ключи от квартиры в норме, а вот ключи от самоката вот не пойми где. Я сейчас хочу... Леша уже ездит с работы. Попросил захватить сигареты. И я сейчас хочу... Нет, маркиску. Это еще не папа. Теперь я хочу просто сходить к Магниту, меня там Лёшка встретит, и будем искать с Лёшкой ключи. Вот. Потому что... Опа! Вот, я одеваю курточку. Потому что в курточке будет теплее, без курточки прохладно. Оп. Ну такая легкая себе курточка, но все-таки. Банку сразу, чтобы там с Лешей не потеряться.
на всякий случай. Потому что там мусор вынести все-таки надо. Так, что я еще хотела? А, все, да. Все, я как бы готова выходить. Я сегодня порядок наводила, и в связи с этим я хочу и мусор вынести, и... Так, Лёша мне сигареты, Лёша попросил. Бум. Ну и все. Пора скакать. Я свет не выключаю, потому что Лёша скоро вернется домой, ну я вместе с ним на минут... Рейтинги, да, это все уйдет, во-первых. А во-вторых, не знаю, насколько это так, но вообще гласит информация о том, что котам нельзя, чтобы был выключен свет, потому что им страшно котам без света, им все равно нужен свет, так или иначе. Поэтому я... Поэтому я свет котам оставила. Сейчас я вынесу мусор. Вот. И после этого пойду к Магниту. На этот раз я одела куртку. Я тогда ходила в магазин за водой, я куртку не одевала. А сейчас я одела эту куртку, и мне хорошо. В конце-то концов. Вот, завтра я иду в гости к своему знакомому, но опять-таки объясню, почему я не снимаю, когда хожу к некоторым людям в гости, потому что не все люди хотят сниматься на канале. Лёша, например, хочет, да? Некоторые друзья не хотят сниматься и показываться на канале, поэтому конкретно их я не показываю, поэтому уж извините, как это... Ну, не то, что это не моя тайна, это не моя конфиденциальность. Просто есть люди, которые хотят сниматься, да, а есть люди, которые не хотят. И как бы я тех, кто хочет, показываю, кто не хочет, не показываю, и это нормально. И я, короче, хотела сегодня пожарить картошку на сале и сосиски, но мое состояние было такое немножко истеричное, как, знаете, женская истерика. И я сварила гречку, но тоже с сосисками. Я сейчас иду к Магниту, он прицеплен, то есть на ключ и на замок. Я надеюсь, что он до сих пор еще там стоит, что не нашлись какие-то умники, которые могут его отпилить, потому что в школьные годы, когда я училась, у меня был велик на кодовом замке, и этот замок отпилили настолько легко, что капец. И тогда у меня потерялся, украли, точнее, велосипед, и... Ну что я могу сделать? Здесь, надеюсь, что ни у кого не хватило дурости и мозгов отпилить его каким-то образом. Хотя там цепи металлические, на которые он прицеплен, поэтому я надеюсь, очень надеюсь, что не будет никаких проблем, что все будет спокойно, хорошо и что все будет нормально. Что просто я себя накручиваю внутри, а что сейчас приедет Леша, и мы все решим. Потому что если мы ничего не решим, то это ж трындец просто, это ж капец, ребят. Короче, иду просто сейчас в сторону Магнита к этому самокату, чтобы порешать все эти вопросы, потому что, ну, куда? Я вам не снимала, потому что я просто рыдала, потому что у меня истерики, не понимала, что делать, как бы, да. Потом я начала писать Лёше, Лёша меня успокоил, и сейчас мы просто идем, я точнее иду встречать Лёшу у Магнита, и дальше мы этот вопрос решим, надеюсь, очень. Короче, ребята, не нашли ключи, снимаем, когда все теряет. Завтра, может, уборщица будет, у нее спросят, но да, сейчас, короче, за него. Да, вон. Ну, если что, то запишу. Хватит обниматься. Чего обниматься на людях?
Минералку надо? А? Минералку надо? А вот эту штуку за 200 жопу добывать. Ну, ребят! Ну что, ребят, мы самокат с Лешей достали, это уже хорошо. Вот, Леша пришел с работы. Вот. Завтра будем пытаться, если что, просто подходить и спрашивать, не нашли ли ключи, и пытаться открывать вот эту штуку. Если нет, ну что делать? Будем какой-нибудь другой замок искать. Ну, самокат мы достали, ребят. Подписчикам показала все свои эмоции. Да, я все, ну как бы я не показывала, как я рыдаю, но большинство эмоций я показала. Все, можешь прокатиться теперь наконец-то на спасенном самокате. Потому что. И это, ребята, хорошо, что не ключи от квартиры, как Леша говорит, потому что как бы. Как бы. Иначе это. Потому что бедные наши кошки тогда. Потому что как бы мы попали в дом, не имея документов на квартиру, непонятно. Ребят, и это факт. Ребят, нужно будет просто, короче, когда я приду, Лёша вам расскажет интересную фишку, как в Москве получить корм для котов бесплатно. Так что смотрите меня. Солнце, расскажи, как ты получил бесплатную нямку, вот она нямка, и что, собственно, вот как это работает? Ну, как работает? В торговых центрах стоят аппараты, промо-аппараты, которые предлагают попробовать шебу. Вот. Может быть, выведешь фотку, которую я тебе присылал с этим аппаратом. Mm-hmm. Вот. Это будет, наверное, людям интересно. Вот. Вот у тебя нажимаешь на кнопку «Хочу лакомство». Вот. Он тебя спрашивает, а у вас есть животное? Ты отвечаешь ему «да». Он спрашивает, кошка или собака? Ты ему говоришь «кошка». Ну или собака. Вот. Он предлагает на выбор два вкуса. В данном случае сегодня он предлагал индейку. И? И телятину с языком. Ну, в общем-то... А кому что? Ну, маркизику, индейку. А что маркизику самое вкусное? Почему самое вкусное? Ну, курица вкуснее, чем... Что ты взяла, что курица вкуснее, чем телятина? В зависимости от того, как ты ее приготовишь. Если ты сделаешь шашлык из курицы или шашлык из коровки, шашлык из коровки. Угу. Так, и дальше что? Вот. Угу. И вводишь на номер телефона приходит код, ты вводишь вот этот аппарат, этот код, он долго гудит, говорит, ваша нямка уже в пути. Вот. И через какое-то время ты слышишь бэмс, лезешь в этот аппарат и достаешь нямку. А сколько максимум раз можно с одного номера? Ну, один раз, естественно. Правда, потом он сказал мне, что говорит, в следующий раз приходите после 24-го, я так и не понял, апреля или мая. Видимо, там обнуляются базы. Вот. И, вероятно, он после там, 24 мая предложит другие вкусы. Ну, возможно, будем смотреть. Вот, я нашел сегодня такой аппарат в Крокусе, в других торговых центрах я их не видел, но, вероятно... В другом торговом центре я смотрела видео в Ютубе, только там не шеба, а какой-то пропланчик. Такой жидкий. Mm-hmm. Но только я не знаю, в каком торговом центре. Там четко просто сказала, что оно есть, но она не указала, в каком торговом, поэтому... Пропланчики дороже, чем шебка. Ну да, ну, бесплатная шебка и то хорошо. Mm-hmm.
Говорят, бесплатно. Я покажу Саньку. Смотрите, какая красавица. Смотрите, какая красавица. Красавица, красавица. Это вечка у нас сегодня сисички. Санечка. Санечка. Как ни странно. Красивая коша. У тебя взгляд умный стал, осмысленный. Она уже взрослеет, потому что. Взрослеешь, что ли? Такой осмысленный взгляд. Санечка. Санечке интересно, что там мама делает, да? А мама там сисички. Раскрываю, чтобы смотреть. Маркизу интересно, что мама делает. Маркизка. Я, если это, допустим, сосиски, то я их буду в конце всего приготовления, потому что варятся они на минуту 3-4, там, ну, может, 5, в зависимости от сосисок или сарделек, но тем не менее. Они самые быстрые в приготовлении, и я хочу, чтобы они были свежие и горячие. Если их сварю там за 15 минут до прихода ножа, они будут уже холодные и невкусные. Потому я говорю, тебе сколько сосисек? 2-3. Потому что я любое количество сварю, и что-то. Это мясницкий ряд, не знаю, они вкусные. Ты любое количество сваришь, а я любое количество съем. Да. Потому что... Так сказать. Ребята, я очень рада тому, что на видео с мантами, там, где я готовлю манты, за 5 часов... Вот, Лёша, угадай, сколько просмотров за 5 часов именно на большом длинном видео, там, где я готовлю манты, таком длинном довольно видео, сколько минут, 30-40 минут? Ну, не знаю, 1000 просмотров. Нет, солнце. 99. Ну, это же отлично. 99 почти это 100. Очень неплохо для большого видео, учитывая, что это не видео-шортик, да, что это большое видео. Я, кстати, ребята, не знаю. Вот когда варишь сосиски, лучше их варить в кожуре, а потом снимать или нет. Мне, в принципе, все равно. Вкус от них не теряется, как по мне. Но были у меня знакомые, как это, которые утверждали, что только в кожуре, даже когда я сосиски варила, они утверждали, что вот кожура кожуре, и все. В кожуре. Потому что качество современных сосисок не всегда хорошее. Если ты варишь без кожуры не очень хорошую сосиску, то она впитывает воду, и потом она превращается в непонятный паштет. Поэтому варить именно в кожуре. Современные сосиски. Ребята, на завтрак осталось нам две сосиски с яишенкой. Потому что завтра у меня дела, как я говорила, я пойду немножко по гостям в определенные места. Вот. Поэтому на завтра я яичнику сделаю на завтрак и все такое. У нас, ребята, такое вкуснейшее нянушка. Сегодня. Хотела ж, как говорю, сделать жареную картошку, но вот это вот состояние вообще ничего не дало. Я поставила гречку, сварила. Ну, гречка тоже неплохо, конечно, но не жареная картошка. Знаешь, завтра же пожарим картошки, посмотрим. Единственное, что я обычно сосиски кидаю в горячую. Вот. А я всегда кидаю в холодную, потому что, в принципе, и у меня в семье так было, и вообще какая, в принципе, фиг разница. Ну, быстрее просто процесс происходит. Я иногда даже что делаю? Я грею воду почти до кипения в чайнике, потому что это быстрее, чем на электроплите. Заливаю в кастрюлю, она очень быстро доводится до кипения, туда кидают сосиски, все это ускоряет процесс. Поэтому, ребят, завтра я выхожу вместе с Лешей, на завтрак яичница еще с двумя сосисками у нас будет. И следующее видео выйдет уже послезавтра о том, как я буду в гости ходить, еще что-то. Ну, про то, как ты в гости будешь ходить, ты вряд ли кому-то расскажешь. А вот, возможно, мы после твоих гостей завтра встретимся, и тогда можем еще что-то... Ну, я же про это и говорю. Поэтому, ребят, на этом это видео я буду заканчивать. Леша пришел с работы, будем сейчас отдыхать, кушать, все такое. Поэтому всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. У маркиза заканчивается сушка, кстати. Ну, еще на... Ну, на один раз, потому что я ему сегодня с утра не насыпал. Бедный кот голодный. Ладненько. Всем пока, ребят. Ладно, народ, всем пока. Мы будем кормить котиков, вон они сидят. И кормиться сами. Сидят в ожидании. Маркизя, слушай подписчикам, мяу. Ой, Санька. Да. Покормить котов нямкой одно удовольствие, подразнить их нямкой совсем другое. Сяня. Сяня. Красавица. Не правда же она красавица? Напишите в комментариях, правда же она красавица?
А вот вчера, Леша, на одном из мандов была лапа Саньки, потому что она наступила на кружочек лапой. Да ничего страшного. Не, я же говорю, что это не страшно. Я набрала больше, это прикольно. Хвост, конечно, у Саньки совершенно чудесный. Ну таки да, ну посмотри на этот хвост, молока. Все, ладно, давай, давай, самое. Давай. Миски. Так что все.